поскольку у вас отряды в смене, да. И поскольку человек в отряде, и поскольку взрослых на один отряд? Два отрядов 12, у нас 4 корпуса по 3 этажа, соответственно, на каждый отряд свой этаж выделяется, каждый живет автономно, 3 взрослых, это обязательно, других вариантов нет. В принципе, в отряде малышовские отряды это 32-35 человек, старшие до 44. Это максимум, который могут вместить этажи. Но мы как бы варьируем это. Кто-то очень любит друг с другом находиться, иногда отряд пытается до 50 собраться, но не получается. Все-таки просят, да, чтобы поселили? Конечно, едут не у нас другие вопросы, у нас едут под тех вожатых, которые работают у нас много лет, из года в год, то есть они собирают... То есть они собирают под себя свой движняк, и если не попадают именно к этому вожатому, то это, конечно, стресс и обида на всю жизнь.